скакалочки put fucking down и go fucking on the street. On the street. Пришел на бокс и нихера не знаю. Что делаем? Школа СССР. Вперед! Партия сказала, работаем, тренируемся. Попробуйте отхалявить. Ничего с вами не сделаю. Как хотите, то есть, что делать, делайте, что хотите. В бою можно увидеть те минусы, которые, на которых стоит делать акцент и нарабатывать. Тебе не понравилась моя залипуха? Мне понравилась залипуха, кайфовая, но немножко добавить ударочки. Сегодня мы с Валентином пришли на тренировку к старшему тренеру клуба Fight Pro Диме Кириллову, чемпион мира по боксу, где он нам обещает поставить технику рук и показать, что такое настоящий советский бокс. Советский? Ты такой старый? Разминочка, походу, везде одинаковая. Другие упражнения не есть, да. Теперь аккуратный танец. Чувствую борщ. Костерюка. Сыдный обед. Дается. А если знаете? Уже. Кулак в конце доворачиваю правильно. Кулак. Кисть. Да. Чтобы у тебя это плечо подбородка было. Конечно. А то бьете плечи внизу здесь. Тяжело в учении, легко в гробу. Кто может на одном пальце, пожалуйста? На одном. Вообще, Брюс Ли отжимался на двух. На двух. Давай, 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 давай. Сколько раз-то? Давай, это самое. Просто удары? Одноименно шагаешь, все удары принимаешь, да, боку, да. Бок, оп, шаг в сторону, оп, шаг, шаг в пятку, таз убрал. Все, вот, вот. И так идем по кругу, все, да, еще. Давай. О, вот это он был нормальный. Вот это вот, да. Это называется команда. По желанию можешь отжаться потом. Я сам третий загрузил еще. Подержать еще тоже сможем. Если затем, отожмись, посвечок, давай. Давай, машина, давай. Разбились по парам? Ну, прям так я и сказал, что делать. Все у нас коммерция. Кто догадается, по парам разбиваемся, давай. Поехали, оттолкнулись, это еще не... Костян, молодец, в бане перед полетом заходи, давай вместе зайдем, да? Руку меняем каждый раз, да. Стою в стойке, задача вывести из равновесия. То есть задача, в стойке не стоим. Моя задача, да, здесь вот движением, да, стою на месте, ноги. Вот, видишь, вот туда, я понял. Понял. Сместить или на себя потянуть. Я да? Понял. Кто кого выведет? Давай, стали фронтально, друг напротив друга. Теперь здесь обоюдно сразу, давай, толкаемся 30 секунд. Кто кого заставит шагнуть, поехали. Ну что такое? Я не понимаю, что делать. Сейчас, вот смотри, сейчас. Вон, Тёма, вон, Тёма тебя объяснит, что делать. Вот, хорошо, что делать. Только, да, не постоянно, а вот ищу положение, где я могу толкнуть ногу. Толкнуть массу, да? Если шмопаю, это движение, ударное движение. Или прихватить за локоть. Вот, сейчас попробуем. Либо за локоть прихватить, на себя, за шею, да, плечо. Да, Сереж, руки на плечи, двигаться, стою параллельно, не давлю на это, стою параллельно, двигаюсь мягко, бам-бам, касаюсь, легкие ноги. Плечки поднадавил.
сами на одной ноге, на короткую дистанцию, ближе к другу. Поехали, давай. Последние 20 секунд. На, плечами, плечами. Толкнуть, а, это то, что сейчас ты меня можешь выбить нахер. Тут только... Сюда, да. О, на ногах, на одной ноге. Подсесть, подсесть, ноги толчок, ноги. Что, бой снимешь? Не-не, пятнашки, переднее плечо. Давай. Руками сразу начинаем. Поехали, гол. На нож, вот все будет. Подход, отход на ногах. То есть не стоять, а вот движение, за счет движения пятнать. Да. Подожди, выше, выше. Запятнало, сам пропустил. Я понял. Быстрее уход назад. То, чего у меня вообще нет. Вот назад уход. И уход назад. Видишь, вперед есть движение. Пам-пам. А назад все, шаги. Назад. Переход, перебор ногами. Перебирай, перебирай. Ты должен за счет движения вытащить его руку, и она махнуть должна по воздуху. А, видишь, все, он по шагам. Да, конечно. Нет, не, уход, уход. Движение. То есть вытяни его руку, движение. И она должна... Не, не врубайся, нет. Качели, качели, качели. Я-то понимаю, что вы имеете в виду, просто у меня не получается. Вытягивай, вытягивай, да. Качайся, во. Качайся. Вот. Так, да. И назад, так, и назад. Вот, смотри, вперед, назад, назад, вперед, назад. Смотри, давай. Да я просто ноги, ноги туда, потому что тело-то у меня на месте смотри, остается. Смотри, сейчас вот плечо, ты стоишь на месте, твоя задача за счет шага ноги. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Вот шаг ноги, давай. Сейчас. Одной ноги, правой на месте. Правой на месте. Еще длиннее. Все, полушага назад. Еще назад. Давай, давай, давай. И теперь ты должен смотреть, что сделать. То есть я касаюсь, касаюсь, ты назад пошел, я должен два шага назад пошел. Пам-пам. И опять касаюсь, понял? Как он назад пошел? Два шага, опять пятнаешь. Давай. Да, ну он не вот, смотри, раз, раз, бам-бам-бам, сюда ты перебираешь ноги, переставляешь, давай. Голова не торчи, да, руки на месте, голова выше. Не то делаю. Нормально, то. Ба, ба. Женя, вот. Как проход ноги, так же кожу высить вперед. Короткий. О. Раз, раз, два. О. Раз, раз, два. О. Да, забинтовываем руки, давай. Раз. Вроде бы то же самое дело, что совершенно все по-другому. Вот вообще по-другому. Естественно. Совершенно. Тебе кажется, что то же самое. Но ощущение, что то же самое. То есть, ну, как бы тот же, те же движения, тоже пятнашки. Вообще не то. Так, а надо, этому надо учиться, а не просто делать хаотично. Тебе кажется самому, что ты делаешь правильно. Или где-то увидел и повторяешь, а с виду это совершенно по-другому. Или тебе, если добавляешь что-то новое, ты это не делаешь. Ну да. Надо работать, техника, техника, техника. Но над ногами-то мы вообще не работали. Назад ухода нет вообще. Вообще то, что нужно, неважно, в любом виде не набор, что нужен уход ногами. Да, когда да. Как острый уход, еще с закруткой в сторону. У тебя по прямой даже нет ухода, не то что в сторону. Это отдельно нарабатывается. Влево, вправо. Первое, с чего я начинаю, не бить. Первое, с чего я начинаю, это подходить и уходить. Правильно, раз, я подхожу, да. Как я подхожу, как я ухожу, как я смещаю. Все, вот с этого начну. Не надо сразу удар сувать. Да, я понял. Ты сунул удар, опытному боксеру только дай суну. Ты должен подготовить свою безопасную зону, защиту. Подошел, отошел, да, уклонился, нырнул, ушел. Да блин, не-не-не. Давай, вообще работай, работай, хорош ты здесь. Движение такое вот. То есть убираешь корпус вправо. Ага. То есть и так же уходишь. Раньше ты не дал ему такой тебе печи. Давай, сука. Я всегда говорю, что откуда оно опять появилось? Давай, работай.
Все заново, блядь, все, да? Да, вообще все заново, не реально. Да, вообще по-другому ощущение. Больше корпус, да. Давай, 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 давай. Больше работай, больше работай. Лучше 100 раз сделать, чем 1 раз проговорить. О, еще глубже уходить, еще глубже. Бьешь, да, да, да. Легче, легче, легче. Вот так. Давай, 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 давай. Ножки забиваются. Давай, 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 работай. Что, да мало, на улице плюс 20. Глубже, 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 глубже. Глубже, то есть это движение, у тебя удар сюда идет. Но корпус у тебя сюда уходит, ниже. Так. Давай. Да? Вот. Да, я прицелюсь, пойму. Давай. Механику это хотя бы. Мы это работали, отрабатывали. Да мы-то работали, только мы в тело били. Да, ты ему левый, да. Тёма, ты ему держал левый? Давай, 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 давай. Ты ему левый, чтобы... Вот так. Ну, хорошо. Отдохни, отдохни, ладно. Сука, опять начинается тренировка. 4 месяца тренировок, а на силу продолжается. Ну, все как обычно. Не, прикол, я говорю, я как будто первый раз пришел. То есть бокс это вообще какое-то другое, другое измерение. Как это сделать? Надо тренироваться, как расслаблять. Как у тебя, если они у тебя скованы, ты хочешь одним ударом ударить, бам и все. Ну, расслабление приходит в комбинациях, в серии. Серии будешь бить, но их надо то ручить, ты просто с зажатыми плечами не ударишь. В общем, да. Все придет с опытом. Все, да, надо тренироваться. Все придет с Дмитрием Кирилловым. Давай, одеваемся. Какой-то, блин, какая-то жесть. Ну, я вроде делаю то же самое, а мне все говорят, хер тебе, неправильно все. Давай, 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 пишешь. Ровно, с шагом ноги, да, идешь? Там, там. То есть ровно, четко. Да. А второй раз бьешь, бам, бам. То есть ты чувствовал разницу. Да, два, раз, два. То же самое. Та же двойка, только убираю. Один раз так, один раз так. Вот. Вот это даже у тебя вторая лучше получается, чем первая. Да? Да. Наверное. Давай, давай так, когда вот эту тему, ты сейчас сработаешь движение. И он тебе после вот этой атаки дает левый прямой. Твоя задача бам-бам и ушел назад. А все. На движение. Стоп. Начинай сразу движение. Да. Пошел. Ушел, да, двигайся. Не останавливайся, останавливайся. Не, убирай корпус. Только убирай корпус. Ага. Только убирай корпус. Вот так. Вот так, ушел, ушел. Видишь, а? Видишь, я провалился сильно. Я как ты уходишь назад после ударов. Ты после ударов шагаешь. А он пробил и вытащил себя назад, ушел. Максимальная безопасность. Да, да. А сейчас вот так. Да, просто. Лучше красиво. Давай. Не, а что, сделай так? Да, ты красивый. Нет, будет очень, кстати, нормально. Эффектно. Раз, два. Ты вот это не делай, ты корпус и должен себя. А что, я на ногах просто бам, бам. Я, ты корпус. Давай назад. Начнем с элементарного. Не на двойку сейчас, просто бежишь. А мы левый, левый, правый. Левый делаем, да. Только ты потом у тебя будет вообще сложно. Левый шаг назад, левый. И так же у тебя. Левый шаг назад, левый. Я понял. Шаги-то у меня. Просто видишь, у меня тело, тело отклоняется. Оставь на месте вообще правую ногу. Не надо тело вообще подключать. Это движение передней ноги. Ага. Одну, верну. Одну. И я. Все движение. Раз, два, все. А ты назад заваливаешься. Да, вот да, я понимаю. Правую на месте, да, попробуй. Только передняя нога. Раз. И назад больше. Шагай, шагай, шагай. Шагай, не волочи ногу. Шагнул, вернулся. Шагнул, вернулся. Шаг, шаг. Шаг, шаг. Шаг, шаг. Вот еще, еще. Да, 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 нормально, нормально. Давай. Первый раз прямо, первый раз прямо. Да, ты начинаешь не туда, не сюда. Ровно, сюда он будет. Давай. Раз, два, не торопись. Давай, давай. Собрано. Раз, два. Работаем. Раз, два. Еще ногу поднимаешь. Не понимаю, раз, я не вижу. Два. Я не вижу просто это. Ну, я реально не вижу этого.
А что злиться-то? Стои нога, стои нога. Ты ее поднимаешь вот так. Ты можешь просто движение? Вывод, вперед. Может быть, я поработаю на груше? Нет, на груше ты еще хуже будешь. Давай. Я хотя бы, тише, тише, давай. Блин. Пришел на тренировку с очком и уйдет, правильно? Ну, чисто ногами контролируй дистанцию, а не руки прижимать. В этом состоянии тебя задуплят. А если ты двигаешься здесь, 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 то ты безопасно. Ну, попробуй, да, если ты встал, так, все, ты мишень. Дима находится. Ну, вообще все по-другому, блин. Давай, бог. Давай. Блин, это с опущенными руками. Раз, два, шаг назад. Расслабь, вот полностью расслабься. Прошу. Я стараюсь, стараюсь. Раз, раз, два. Вот, полностью расслабься. Давай, давай, расслабься. Раз, раз, два, раз. Раз, раз, два. Ты имеешь в виду удар? Да. Чтобы подлиннее ударить, нужно таз подработать, плечо и пятку. То есть не просто я вот руку дал, а все довернул. И вернулся. Раз, раз, два. Так, назад. Нога осталась. Что, что? Нога осталась на месте. Она должна, смотри. У тебя ровно баланс был. Ушел. А, бок? Да. Нет, нам. Нам, разрывай санки, да? Да. Голова опущена. Да. Руки типа расслаблены. Да. Попробуйте. Бам. Бам. Ага. Прямо. Прямо вернулся. Да. О-о-о. Не торопись. Да, сам окинулся. Ну, да. Зашел, давай. Сейчас. С движением с ног, да. И дыши ровно, спокойно, спокойно. Не, я вообще абсолютно. Давай. Давай отдельно. Там. Бам. Там. Верну. Четко ставь кулак сюда. Еще. Во. О. Да, отталкивай себя ногу. Дай внизу, да. Вот так. Да, вот. Да. Попробуйте поднять правую руку сюда. То же самое, да? Вот так. Ну, четко, да. Сделай раз, раз. Прям, прям. И да, да, раньше начинает. Еще раз. Значит, раньше начинает движение сюда. Да? А ты немножко начинаешь бить, а потом... Хорошо. Ясно. Теперь давай, сейчас смотри, отрабатывай. Левый ты же самый сюда. И встаешь правый сюда. Да. Так же, да? Так, так же, медленно, смотри. Бам, бам. Да. Прям вес сюда немножко. Стоп, да. Попробуй. Бам, бам. Еще пробуй. Да, ты поворачиваешься. Плечо левое назад. Ага. Понятно. Плечо, пятка. Оп, так, бедро. Блин, ребят, сходите как-нибудь на бокс. Просто вот сходите на бокс. Вы все тут же поймете. Ну как сказать? Ну блин, ну сразу становится ясно. Ну, понятно. Ты говоришь, левое плечо назад. Я хоп, ты понимаешь, да, что рука сразу выросла в длине. Да, да. Так, сходите на бокс. Двоечку. Пам-пам. Е? Сейчас правильно ударил. Вот он. Во.
Ну, смотри, пацан, смотри, что делаем. Практически не мешок. Давай, давай. Оп. Нет, нет. Отдельно от ног. А, право, не вали. Завалился, завалился, давай почистить. Да. Вы думали, что на этом все закончится? Нет, все только начинается. Будьте сильнее. Давай работай, Сачок, работай, болтай там на камеру. Давай, 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 доделывай. Давай активнее. Вся-то чмальная.